Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Надежда самарского самбо Владимир Березовский на ковре мемориала Чикина. Не разбирая спортивные сумки, мастер-международник прямо с Кубка России, где он стал третьим, решил попытать счастье в родном городе. Однако победителю первенства мира сил не хватило. Поражение в полуфинале. Физическое состояние на спаде. В последний момент просто решил побороться, как бы приехал, не хотел выступать. Переоделся, размялся. Думаю, поборюсь, если что-то травмы старые всплывут, сразу снимусь врачом соревнований. Мемориал известного куйбышевского тренера по самбо Михаила Петровича Чикина прошел в 20-й раз. Именно Чикин открыл первую в нашем городе секцию самбо. Первые в Куйбышеве мастера спорта СССР тоже его спортсмены – студенты Аэрокосмического института. Начинались, как день борьбы просто проводились несколько лет. Потом решили провести соревнования на уровне города и области. И несколько лет так было. А уже примерно лет 7-8 назад мы решили, что доросли до того, чтобы проводить его как всероссийские соревнования. 130 самбистов в 9 весовых категориях боролись за награды мемориала Чикина. Половина представителей Самарской области, остальные приехали из 17 регионов России. Борьба сам приравнена к олимпийскому виду спорта. Ну и поэтому детей очень много ходит. Конкуренция очень большая сейчас. На мире, на Европе уже просто так не выиграешь, как бы. Ну, в основном, конечно, все конкуренты – это страны наши ближнего зарубежья. Для одних мемориал Чикина – это подготовка к чемпионату страны, для других – возможность получить звание мастера спорта. А для этого надо было на турнире победить как минимум в 3 схватках. Из 9 весовых категорий самарским самбистам повезло только в одной. Джонни Абусулидзе в 68 килограммах стал первым и получил звание мастера спорта. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.